Привет. Я сейчас двигаюсь в магазин. Сегодня 5 сентября. Сегодня будет матч, скажем так, открытие стадиона «Спартака» официально. Вот мы на него пойдем, так что надеюсь, я как раз сниму пару видео, покажу вам. Вот. И сейчас мне нужно сходить в магазин, купить кое-что для черепах, ну и вообще зайти просто в магазин. Так что увидимся чуть позже, когда я уже буду выезжать в стадион. Всем
проснулась. Ой, сегодня воскресенье. Как видите, я уже одета. Ну, частично. Сейчас надо сходить с собакой погулять. Но весь прикол в том, что моя собака по утрам все время убегает. Он очень сильно хочет в туалет, но он все равно будет убегать от меня, чтобы я не надевала ему шлейку. Сейчас я покажу пару примеров. Ну, короче, очень забавно. Особенно по утру с просонья. Мой пёс умеет развеселить меня с утра. Итак, он подходит на нормальное расстояние. И только когда я пытаюсь его взять... О, это что? Только так не пытаешься дойти, он убегает. И так по несколько раз возвращается. И опять убегает. Ой, не могу в кадр. Ладно, пойдем гулять. Пойдем гулять. Маш, Маш, он нарахался. Пойдем гулять. И ворчить, главное. Кому тут ворчать-то? Сейчас заметить, кто там со стороны офигевает. Чего? Пойдем гулять, пойдем. Короче, ну, вот так балуемся, Вова подошел ко мне. Короче, мы так балуемся, пока ему не доест. Он сейчас кусаться начинает. Короче, пока ему не доест, мы так балуемся. Только после этого мы идем на улицу, пока его не поймаем. Ого. И лапами. Тор, ну давай, как ты просишь? Как ты просишь пойти гулять? Короче, это веселуха. Короче, вообще утро мое самое нелюбимое время, потому что, во-первых, я люблю подольше поспать. Во-вторых, представляете, вот так вот 10 минут бегать с собакой и пытаться ее поймать, это вообще не самое лучшее. Вот. А еще сегодня, так как воскресенье, то... Блин, извините, меня просто тянут. Так как воскресенье, Тор, ну хватит. Тяжело с собакой справляться иногда. Так как сегодня уже последний день, скажем так, выходных. У меня насыщенно плотный график. Мне нужно убраться в квартире, ну, точнее, именно в своей комнате. Вот, для того, чтобы... Вот, видит? Кто там? Короче, для того, чтобы... Ну, когда мы уедем, там не накопилось куча пыли. Вот, и для этого мне еще не придется... Сейчас, наверное, приду с собакой. Мне придется сразу начать убираться. Потому что... Ближе где-то к 12 приедет моя подруга. Мы поедем, пойдем в салон. Нужно готовиться к отпуску, как вы понимаете. Там всякие эпиляции и так далее. Вот. И уже Тор. Пойдем. И уже после этого мы с ней будем снимать так. Это, наверное, будет последнее, ну, два видео. Вот этот, скажем так, влог за неделю. Можно так выразиться. И вот это так будет, наверное, все-таки последнее, потому что я не думаю, что я буду снимать завтра видео, и то, что я вообще буду снимать сейчас что-то про дорамы и про обычные фильмы, потому что времени уже в обрез, надо успеть собрать чемодан. Кстати, может, сегодня будем уже чемодан собирать. Покажу вам то, что я беру с собой в отпуск. Вот. Беру мы, кстати, немного, потому что все можно купить там за очень дешево. Цены, так что увидимся позже. Тор, где мама? Шц, где мама? Тор, а где Коля? Совсем как-то тихо, народу вообще нету. Вот, машин так немножко. В принципе, мне так больше нравится, чем когда куча народу ходит по утру, и то вся помятая, вот как сейчас. Сейчас в окне свою знакомую собаку, он теперь стоит тут у окна, в ожидании своей любви, любуется. И тут сотоварищ пришел побеситься. Ой, что? Не видно ее, да? Вот так вот.
Тор, ну что такой грустный, а? Вообще, как цари тут, блин, расположились. Еще раз всем привет. Сегодня также воскресенье. Я наконец встретилась с Юлей. Мы уже отсняли так о дружбе. Так что скоро вы увидите на моем канале. Точнее, наверное, так вы увидите раньше, чем этот влог. Потому что завтра уже последний день, когда я буду в Москве. Вот, Юлька немного стесняется. Если, кстати, вы хотите видеть Юлю больше в моих влогах и тагах, пишите, я обязательно постараюсь это исполнить. Кому не нравятся маленькие, большегрудые девочки? Мне большегрудые не надо. Да нет, нормально все. Вот, так что... Спасибо. Да. Так что, надеюсь, вам понравится наш таг. Вот. В дальнейшем, кстати, можно снять еще парочку веселых. Яйца друг об дружку разбивать не будем. Нет. Вот. Скоро я пойду ее провожать, наверное, до метро, может быть. Может быть, и на метро чуть-чуть. Ага. А может быть, мы погуляем с моей собакой, а потом я подумаю. На самом деле, мне еще нужно протереть пыль, потому что я до сих пор ее не протерла. Короче, я до сих пор не убралась в комнате, мне нужно убраться в комнате. Помимо этого, нужно еще погулять с собакой, которая у нас колобродничает и мешает нам снимать. А вон там у нас стоит камера, которая, на котором только что все записывали, потому что у нас нету... Штатива. Штатива. Короче, мы бедные... Бедные блогеры. Вот. И также сегодня я уже соберу, наверное, чемодан, покажу вам. Кстати, мне еще не сделали контурирование. В смысле, чуть поуже мое лицо. Надеюсь, вам нравится. Я сейчас собираюсь потихонечку уже вещи перед поездкой. Вот. Сейчас я думаю, в чем ехать в аэропорт, потому что сейчас тепло в Москве. Вот. И когда мы приедем туда, просто я уже не хочу переодеваться в аэропорту. Я хочу просто, скажем так, приехав туда, остаться в том, в чем я буду первый день в Таиланде, потому что когда мы прилетим, то там будет очень жарко. Я выбрала платье такое джинсовое. Вот, в принципе, сзади сейчас секунду покажу вам, как выглядит спина. Сзади вырез небольшой. Вот, в принципе, так выглядит само платье. Вот, немножко поправилась, мне кажется. Но ничего страшного. И так как на улице прохладно, я, наверное, надену какую-нибудь сейчас накидку, сейчас выберу и обувь, потому что в шляпу я точно не пойду. Всем привет! Короче, мы вчера с Юлей снимали видео так. В итоге, когда я села монтировать, там, короче, видео оказалось не очень хорошего качества. Придется все это переснимать заново. Вот сейчас я еду уже в институт. Сегодня понедельник. А это значит, что это последний день. Завтра я уже улетаю. Соответственно, этот влог вы увидите... Ух! Этот влог вы увидите сегодня, в понедельник. Потому что потом у меня уже не будет времени монтировать, потому что не буду брать с собой ноутбук. Вот, соответственно... Надеюсь, вам понравится этот последний влог. Вот. И, наверное, все-таки я засниму немного моментов именно с девчонками. Ладно, все, я побежала, то уже опаздываю. Давайте. Проводят аудиторы, работающие в данной организации. Какой может быть? Внутренне занимаются этими делами. Ну, в некоторых организациях есть штатные аудиторы. Точно. Для того, чтобы было. Ага, мы уже едем домой. Счастливый, довольный. Эрика! Эрика! Ну что ж, ребят, я уже дома. Ой! Собака тут точно гнела. Короче, я уже дома, переоделась и... Скоро приедет нам уже племянник моего парня, и мы, скажем так, будем ужинать, вот, и после этого, наверное, я уже, наверное, ничего не буду снимать, потому что следующее видео будет уже завтрашнего дня, это вы увидите все через 2 недели по моему приезду, надеюсь, я все очень быстро смонтирую, потому что это занимает все-таки время, вот, а вы увидели моих подруг, я не стала показывать вам, как у нас проходит полностью лекции, там весь институт, потому что в этом нет смысла, вот, ну, обычная студенческая жизнь, вот, бежит, бежит, и брат, где там? Брателла! Вот. Короче, мы будем ждать, пока нам привезут еду, которую мы заказали. Вот. Завтра рано очень вставать надо, ничего не забыть. Заряжать сейчас камеру буду. Так что увидимся с вами уже после 2 недель моего отпуска. Наслаждайтесь учебой. Ну, кто-то может тоже отпуском. Всех люблю, всех целую, ваша Настя. Пока!